Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас здесь, на нашем канале, посвященном, естественно, строительной технике, дорожно-строительной технике JCB от группы компаний LONMADI. И сегодня в нашем видеообзоре не одна техника, а сразу 4 единицы. Это фронтальные погрузчики группы компаний LONMADI, естественно, техники JCB. Это самые популярные модели, это 422 машина, модель 455, 426 и 467 машины с емкостью ковшей от 1,7 куба до максимальной емкости, до емкости 4,8 куба. И, конечно же, все эти модели фронтальных погрузчиков JCB оснащены Z-образной конструкцией стрелы, что обеспечивает непревзойденную мощность и усилие отрыва на кромке ковша. Ну, естественно, все фронтальные погрузчики с JCB оснащены шарниром с сочлененной рамой и качающейся задней осью с углом 10 градусов, что обеспечивает непревзойденную проходимость и устойчивость машины практически в любых условиях ее работы. Ну и, конечно же, данные машины могут оснащаться широчайшим спектром навесного оборудования, как таковые ковши для различных условий, различные захваты, погрузочные вилы и так далее. Более 20 наименований различного навесного оборудования на эти замечательные фронтальные погрузчики. Ну и, конечно же, все фронтальные погрузчики JCB крайне востребованы заказчиками по всему миру. Они прошли самые суровые испытания в условиях Крайнего Севера и даже в условиях тропической жары при температуре плюс 50 градусов и демонстрируют невероятную надежность и работал практически в любых условиях. Давайте же посмотрим на каждую из представленных машин в обзоре сегодня отдельно. Данные машины, все 4 машины, имеют массу от 12 тонн до 24 тонн. И давайте же первой машиной в нашем видеообзоре это будет 422 фронтальный погрузчик с емкостью переднего ковша 1,7 куба, двигателем JCB Dieselmax, друзья мои, надежнейшим двигателем JCB Dieselmax, который устанавливается практически на все экскаваторы-погрузчики. Ну и, конечно же, данная машина полностью в габарите, что позволяет ей передвигаться по дорогам общего пользования. И следующая машина в нашем видеообзоре также машина полностью в габарите. Модель 426 ZX Z-образной конструкции стрелы, как и другие машины. Емкость ковша на данной машине ровно 2 куба. На ней установлен надежнейший двигатель Cummins. Двигатель Cummins с объемом 6,7 литра. Друзья мои, тоже Z-образная конструкция стрелы, великолепная обзорность кабины оператора, как мы с вами видим. 426 машина ZX – это одна из самых популярных машин на нашем российском с вами рынке, благодаря тому, что она, как и 422 машина, полностью в габарите тоже может передвигаться по дорогам общего пользования. Ну и, собственно говоря, новинка на нашем российском рынке, одна из моих любимых машин, это машина JCB 455 ZX. Емкость ковша на данной машине 3 куба. На ней установлен новый двигатель JCB Ecomax, JCB 697 модели, если мне не изменяет память, мощностью 223 лошадиных силы. Ну а теперь, дорогие друзья, давайте плавно перейдем к флагману модельного ряда фронтальных погрузчиков JCB модели 467 ZX. Емкость переднего фронтального ковша 4,8 куба. Грузоподъемность машины 7,5 тонн. Также Z-образная конструкция стрелы. Ну и здесь компания JCB в данной машине собрала все самое лучшее от всех ведущих мировых производителей. Это мосты ZF, вся трансмиссия компании ZF. Надежнейший двигатель Cummins, как я уже говорил, мощностью 216 киловатт, это 290 лошадиных сил. Также опционально данная машина оснащается камерой заднего вида, что чрезвычайно важно при работе на практически любых строительных объектах. Ну и, конечно же, всегда компания JCB уделяла огромное внимание обзорности рабочего место оператора. Давайте рассмотрим кабину машины на примере 455 модели. Обратите внимание на великолепную обзорность и площадь остекления кабины. Это обеспечивает превосходную обзорность ковша, соответственно, и, конечно же, угол наклона капота также обеспечивает превосходную обзорность ковша и самого сыпучего груза. Также следует обратить внимание на удобство обслуживания данной машины. Все точки обслуживания, точки шприцевания находятся на уровне земли. Также здесь мы видим с вами точки контроля, которые также очень удобно расположены действительно на уровне земли. Ну и, конечно же, все фильтрующие элементы, все элементы контроля расположены здесь под капотом. Под капотом мы с вами видим, вот они, фильтры, которые действительно очень удобно менять, удобно контролировать и удобно обслуживать. Вот мы с вами рассмотрели, насколько действительно все это легко и просто на примере 455-го фронтального погрузчика, на который завод, компания JCB, предоставляет двухлетнюю гарантию на данную машину, дорогие друзья. И, конечно же, все точки шприцевания, удобство обслуживания машины с земли и непревзойденный комфорт рабочего места оператора – вот что всегда выделяла машина JCB из общего модельного ряда фронтальных погрузчиков. Ну и, конечно же, чтобы обеспечить максимальную эффективность машины, надо подумать о комфорте рабочего места оператора. Давайте сейчас рассмотрим кабину фронтального погрузчика на примере 455-й машины. Данная машина оснащена отопителем и кондиционером кабины. Ну и, конечно же, на данной машине опционально установлена камера заднего вида с вот таким замечательным цветным монитором. Ну и, естественно, обратите внимание на великолепную обзорность и остекленность самой кабины. Кабина выполнена по международным стандартам ROPS-OPS. Это защита от опрокидывания и защита от падающих предметов. Ну и, конечно же, рулевая колонка на этой машине также регулируемая. И вот такое замечательное сиденье на вот такой мягкой пневмоподушке, можно сказать, обеспечивает непревзойденный комфорт и удобство работы оператора. Ну и, давайте на примере 455-й машины рассмотрим конструкцию самой стрелы. Все четыре машины в нашем видеообзоре оснащены Z-образной конструкцией стрелы и имеет в своем наименовании букву Z, как, например, 455 ZX. Вот она, та самая Z-образная конструкция стрелы с одним гидроцилиндром, которая обеспечивает максимальное усилие отрыва на кромке ковша. Ну и, все фронтальные погрузчики, представленные у нас сегодня в нашем видеообзоре, имеют систему автоматического возврата ковша в исходное положение, что, как мы с вами знаем, очень важно при работе в стесненных условиях и действительно помогает вашему оператору в работе. Предоставим слово моему коллеге и нашему главному техническому эксперту Владимиру Юрьевичу, который более подробно расскажет вам об особенностях этих фронтальных погрузчиков, которые не видны простым глазом здесь в площадке. Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам про фронтальные погрузчики JCB. Основные модели – это машины 422, 455, 456, и самая большая 467. Эти модели оснащены двигателями Dieselmax или Cummins. Двигатель является сердцем машины. И эти двигатели прекрасно себя зарекомендовали своей надежностью, неприхотливостью к топливу и большим ресурсом. Еще одной особенностью этих машин является трансмиссия. Трансмиссия – это фирма ZF всемирно известная, и коробки передач и мосты именно этой фирмы использует компания JCB. И именно потому, что это самые прогрессивные агрегаты на сегодняшний день. В чем отличие? Коробки передач имеют два режима – автоматический и принудительный. Оператор может выбрать нужную передачу под конкретные условия работы. В то же время может перейти и на автоматический режим. Это нужно, когда необходимо перевести груз. А вот особенностью новых мостов этой фирмы является то, что тормоза, ранее традиционно располагавшиеся около дифференциала, вынесены в бортовые редукторы, причем за бортовые редукторы. То есть тормоза останавливают непосредственно ступицы, грубо говоря, колесо. А вращение колеса гораздо меньше, чем вращение оси. Этим самым добивается того, что значительно снижается сила трения вследствие уменьшения угловых скоростей. И это, безусловно, увеличивает срок службы и надежность тормозной системы. Еще одним немаловажным элементом являются надежные агрегаты гидравлической системы. Это известные фирмы Rexroth, сдвоенный аксиальный поршневой насос, который обеспечивает необходимый поток именно тогда, когда необходимо, то есть во время операций. Если операции не производятся, то и гидронасосы не подают поток, тем самым экономится топливо и увеличивается ресурс. Немаловажной опцией в этих машинах является система SRS. Это система курсовой устойчивости, грубо говоря. То есть колебательные движения машины нивелируются посредством использования переднего ковша как балансира. Это позволяет машине быстрее двигаться с грузом, сохраняет груз в ковше, он меньше вываливается, и тем самым продуктивность и производительность машины повышается. Важный узел этой машины – это центральный шарнир. На него ложится вся основная нагрузка, и этот узел должен быть надежным. Решение JCB – это установка конических подшипников большого размера и большой несущей способности, обеспечивает надежность и долговечность этого узла. Поскольку эти машины являются сочлененными, то есть как бы состоят из двух рам, то поворот осуществляется изменением угла между этими двумя рамами с помощью гидроцилиндров. Вот чтобы защитить эти гидроцилиндры, они установлены максимально высоко от уровня земли, что и обеспечивает их прекрасную работу и долговечность. Ну вот такие замечательные, надежнейшие машины JCB от группы компании LONMADI мы рады были вам представить на нашем видеообзоре. Это модель 422 ZX, 426, 455 с продленной гарантией от завода JCB длительностью 2 года. Ну и флагман, конечно же, флагман 467 машина. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Техническое описание всех этих машин вы найдете внизу под видео в описании. До новых встреч, пока!